Сегодняшнее мероприятие Совета Федерации, село в достатке, это говорит о том, что у вас хороший положительный опыт развития сельских территорий в Ставропольском крае. Поэтому мы со своей стороны, министерство, готовы помогать и дальше. Пожалуйста, приглашаем еще раз участвовать и 19-й, и последующие годы. И самое главное, что решение президента озвучил, что программа ведомственная целевая устойчивая развитие сельских территорий будет продолжена и после 2021 года. Это знаковое событие. Оно тоже состоялось на совещании у вас в Ставропольском крае. Это событие, которое всех вдохновило. И у всех огромная надежда на дальнейшее развитие наших сельских населенных пунктов.